успешно прошли все испытания. 5 машин с сейсмическим виброисточником на борту, разработанные и собранные в Кимрах, уже на днях отправятся в дальнее путешествие в Восточную Сибирь. Там в условиях экстремально низких температур, льда и сугробов спецтехника будет искать запасы газа и нефти. Тестовые испытания специализированного комплекса одними из первых увидела наша съемочная группа. Силу и мощь этой машины ощущаешь с первых секунд работы двигателя. Выезд с производственной площадки кимрского предприятия на испытательный полигон показательный и специально для съемочной группы. Техника с сейсмическим виброисточником на борту – серийная партия. 5 машин готовы работать в условиях Крайнего Севера. Для работы там, где постоянные снега, морозы и бездорожье, продумано все, включая кабину водителя. За плавность хода и устойчивость отвечает гусеничный ход на резино-металлических гусеницах. Ощутимую дрожь земли, к сожалению, нельзя передать по картинке. Это можно только почувствовать, находясь рядом с этой машиной. Сейчас подается специальный сигнал под землю. Мощность надавливания на поверхность 30 тонн. Кимрское предприятие входит в состав государственного холдинга «Росгеология» и единственное, кто выпускает машины для сейсморазведки в стране. В цехах с нуля уже собрано больше 70 тоннажных виброисточников, 6 модификаций. Все востребованы у отечественных компаний по газу и нефтедобыче. На текущий момент машины, вот, которые мы сейчас видим, на 75% состоят из отечественных узлов и материалов. Вот. Оставшиеся 25% более сложная задача, но мы постепенно построили для себя конкретные планы, значит, на ближайшие 3 года поэтапному переходу на более глубокое импортозамещение. Как большой сложный конструктор, в цехе уже собирают новую модель сейсмических виброисточников. Этот опытный образец – чудо мысли конструкторов. Машина позволит создать серьезную конкуренцию подобной техники из Франции и США, которые пока закупают отечественные компании по газу и нефтедобыче. Пока единственный образец заменит сразу 2 типа подобных машин – колесных и гусеничных. Ни зной до плюс 40, ни мороз ниже 50 градусов ему не страшны. А самое главное – 40-тонный вибропресс. Он будет подавать в недры земли рекордно низкие частоты. Это позволит находить залежи природных ископаемых на глубине ниже 7 километров. Опытный образец – это и первая цифровая машина подобного типа. На этой машине, собственно говоря, впервые будет применена система управления шасси на коншине. То есть это электронное управление, которое позволит значительно расширить возможности этой машины, повысить надежность, защитить от ошибок операторов и в том числе улучшить эргономику. Сборку первого опытного образца планируют завершить уже в начале декабря. А дальше начнутся полевые испытания на полигоне рядом с предприятием. Серийный выпуск такой техники позволит обслуживать машины без ожидания поставок необходимых деталей, а также подготавливать водителей при учебном центре предприятия «Геосвип» в Кимрах. Елена Ларионова, Антон Маслобоев, Вести Тверь, Кимры.